Красота и грация стали главными на всероссийских соревнованиях по эстетической и художественной гимнастике. Турниры проходят в Екатеринбурге. Участникам нет еще и 15 лет, однако нагрузки, с которыми они сталкиваются, под силу не всем взрослым. Подробнее корреспонденты событий. Сложные элементы даются им играючи, а магическое притяжение не позволяет оторваться от выступления гимнасток. Свердловские спортсменки предстают перед публикой в образах волшебниц. Они словно парят над площадкой. Кажется, что время останавливается, а законы гравитации перестают действовать. Девушки из местной команды «Калина» соревнуются с сильнейшими спортсменками из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и других городов страны. В Екатеринбурге проходит всероссийский турнир по эстетической гимнастике «Надежды России». Выступать дома, признаются воспитанницы местной школы гимнастики, гораздо легче. Нам тренер всегда делает гипноз глазами, дает лимончик, шоколадку. Это поддерживает, так улыбается. Секрет. Эстетическая гимнастика – молодой вид спорта, который, правда, пока не входит в олимпийскую программу. От традиционной художественной гимнастики эстетическая отличается отсутствием у спортсменок предметов – обручей, мечей, лент. Свой путь в большой спорт девочки начинают с 3 лет. Они занимаются по 5 раз в неделю, а перед турниром у них добавляется и 2-я тренировка в день. У многих сегодня дебют на крупных соревнованиях, поэтому самых юных спортсменок всегда поддерживают мамы. На всех тренировках. У нас очень активная команда, хорошие мамы. Мы всегда всем коллективом, всей командой ездим по всем городам, стараемся поддерживать девчонок. Выступления спортсменок оценивают жюри из 12 человек. Среди критериев – сложность элементов, качество их исполнения и артистизм. В своем номере спортсменки должны рассказать историю, а чтобы воплотить задумку, надо справиться с волнением. Маленькие дети еще не испытывают такого волнения, как более взрослые, допустим, кандидаты в мастера спорта или мастера. Маленькие дети получают удовольствие от своего выступления, это самое главное. Первый соревновательный день завершил большой гала-концерт. Здесь свои номера продемонстрировали и представительницы художественной гимнастики. В эти дни в столице Урала проходит традиционный турнир памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы Аблыгиной. Местная школа художественной гимнастики вырастила не одно поколение чемпионок. Так екатеринбурженка Анастасия Татарева выиграла золотую медаль в групповых упражнениях на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Я думаю, что люди, которые пришли, болельщики, любители, знатоки художественной гимнастики, классической гимнастики, ну, попали просто в столь зимнее время, в лето, в весну. Поэтому прекрасное настроение, прекрасные чувства. Я думаю, что получили действительно радость. Впереди у девушек еще 2 соревновательных дня. По итогам турнира гимнастки получат не только кубки и медали. Им будут присвоены звания кандидатов и мастеров спорта России. Яна Юмакаева, Елена Халутурных, Павел Леонов. События ОТВ.